Европейская вертушка. Винтаж, из 80-х. Из каталога Torrens TD-280MK2. Torrens TD-280MK2 – это недорогой проигрыватель грамм-пластинок с двухскоростным поворотным столом и ременным приводом. Он оснащен тонармом малой массы. Проигрыватель имеет 12-дюймовую динамически сбалансированную литую пластину из цинкового сплава, вес которой составляет 3 фунта. В комплекте также имеется толстый резиновый коврик. Пластина поддерживается меньшей внутренней пластиной, которая соединена со шкивом двигателя резиновым ремнем. Частота вращения низковольтного 24-полюсного синхронного двигателя может быть изменена электронным способом для работы на скоростях 33 1/3 или 45 оборотов в минуту. Питание проигрывателя осуществляется с помощью выносного трансформатора, который подключается к настенной розетке и соединяется с TD-280MK2 с помощью 6-футового кабеля. Трансформатор подает напряжение переменного тока в цепь электропривода. Эта система питания позволяет использовать проигрыватель без каких-либо модификаций в любой точке мира, так как нужно только заменить внешний трансформатор для адаптации к разным линейным напряжениям и частотам. Проигрыватель оснащен прямым трубчатым тонармом, у которого есть несъемная головка. Головку можно поворачивать на 360 градусов для удобства установки и регулировки картриджа. Для балансировки рычага используется противовес, который надевается на заднюю часть трубки рычага. После установки и выравнивания картриджа можно установить калиброванное кольцо на передней панели гири в положение 0 и затем повернуть весь груз, чтобы установить нужное усилие слежения, соответствующее указательной линии на трубке рычага. Калибровка осуществляется в диапазоне от 0 до 5 грамм с шагом 0,5 грамма. Ручка регулировки против скольжения находится на основании рычага рядом с шарнирами и позволяет настроить уровень против скольжения в диапазоне от 0 до 3 граммов с шагом 0,25 грамма. С помощью большой заостренной ручки на стержне можно выбрать скорость вращения поворотного стола, а встроенная кнопка включает двигатель. Однако после выбора скорости использования кнопки больше не требуется. Другая ручка управляет электронным подъемником рычага, который не опускает звукосниматель, если не запущен поворотный стол. Подъемник можно удерживать в опущенном положении, но он не фиксируется без приводной тарелки. Кронштейн можно выдвинуть из удерживающей стойки вручную и затем плавно опустить над нужной частью пластинки с помощью подъемного механизма. По окончании записи рычаг автоматически поднимается, а двигатель выключается. Рычаг следует вручную вернуть в исходное положение во фиксирующей стойке. Проигрыватели кронштейн жестко прикреплены к деревянному основанию. Он поддерживается на 4 амортизированных подпружиненных ножках, которые обеспечивают защиту от внешних вибраций. В комплекте поставки имеется пылезащитный чехол из прозрачного пластика, который откидывается на петлях и может быть зафиксирован под любым углом до 90 градусов. Цветовое оформление включает черное деревянное основание и моторную плату, а также подлокотник и коврик для записи. Габаритные размеры TD-280MK2 составляют 17,1 дюйма в ширину, 14 дюймов в глубину и 5,1 дюйма в высоту, при закрытой крышке. Его вес составляет 16 фунтов. Цена проигрывателя – $275.